едем в Турцию. Мы приехали в аэропорт Внуково, отстояли очередь на вход минут 20. Идем, короче, на выход. И наш рейс задержали на 8 часов. Отсеки, где вы можете отдохнуть, поспать. Чивос. О, чивос, все 58 евро. Посадки, да. Ну, посадки ждем. Здесь за 38 евро он стоит. Я говорю, и она говорит. Я говорю, и она говорит. Постоянно меня перебивает. Всем привет! Мы сегодня едем в Турцию. Вот, ждем, короче, стоим, ждем такси. Наше. Через 2 минуты должен подъехать. И направляемся в аэропорт Внуково. Так что оставайтесь с нами. Наконец-то мы прошли эту регистрацию. Мы приехали в аэропорт Внуково. Отстояли очередь на вход минут 20. 20-30. Потом, короче, на вход отстояли минут 20-30, потом на регистрации минут 20-30, короче. 40-50. Ну да, короче, за час-полтора мы прошли, получили посадочные талоны, сдали багаж и теперь идем подышать свежим воздухом. Вот, сейчас, короче, ищем выход во Внуково. Тут на втором этаже выйти нельзя, можно выйти только через первый этаж, ну, где прилет был. Сейчас, короче, узнаем, как обратно пойти, подняться, если что. Выход, вход. Тоже придумали. Раньше можно было выйти через второй этаж спокойно. Можно было спокойно выйти через второй этаж и не париться, ничего. Блин, здесь тоже китайцы куча. Вот, короче, мы стояли в очереди, и китайцы приехали, и сейчас идем, короче, на выход, и китайцев тут тоже целая куча. Вон они идут. Так что прошли мы паспортный контроль. Ура! И теперь что хотела сказать, кстати. Если вы прилетаете во Внуково, заезжайте с этажа прилетов. Потому что мы зашли с этажа вылетов, со второго. Там такая толпа народу была просто нереальная. Мы стояли минут 30, наверное, в очереди. А спустились вниз на второй, ну, получается, на первый этаж. И там, короче, вышли на улицу, зашли. Минута, даже минуты не прошло. То есть вообще без проблем. Поэтому, если вы приезжаете во Внуково, да, то приезжайте на первый этаж в зону прилетов. Там высаживаетесь и идите. И заходите в аэропорт, потому что в зоне вылета это просто жесть. Вот, а мы, короче, уже прошли паспортный контроль, регистрацию. И теперь идем покушать, да. Кушать мы взяли с собой. Если кто не знает, то с собой можно брать еду. Можно проносить ее в самолет даже. Поэтому вот, сейчас направляемся куда-нибудь прилуниться. И, соответственно, будем ждать нашего вылета. Наш вылет сегодня задержали. Мы должны были вылететь в 9-10 утра. Но вчера вечером я зашла посмотреть на онлайн-табло, посмотреть, как там обстоят дела с нашим рейсом. И увидела, что рейс отложен до 11:20. Вот. Мы вылетали в Турцию, тоже из Внуково один раз летели, когда еще Трансаэро был жив, такая авиакомпания. И наш рейс задержали на 8 часов. Мы здесь сидели, уже не знали. Ну, мало того, что мы заранее приехали, естественно, так еще и рейс задержали. И мы сидели, тут уже не знали, куда нам деться, что нам делать. И нас только через 5-6 часов начали кормить бесплатно. Дали нам купоны по 500 рублей, типа, сказали, идите в любую кафешку. Вот. И, соответственно, мы уже тогда пошли поесть. У нас есть 500 рублей на самом деле. Булочка да вода была. Да, но это 500 рублей особо не поешь. Там так чисто перекусить. Кстати, пойдемте сейчас посмотрим. Очковая зона. Очковая зона, да. Что здесь за очки продают, потому что в Домодедово я вам поснимала очки. Вот здесь такие очки. Шипилову. А что? Ну, в принципе, по ценам. По ценам так же, как в Домодедово. А интересно, есть такие типа моих очков? О, Porsche Design тоже прикольный.
моих Сальвадор Феррагамо, которые я купила в этом. Интересно, здесь продаются такие. Вот, Calvin Klein очки 120, 130, 170 долларов, евро. Евро. О, даже есть Ralph Lauren за 93 евро. Можно сказать, за даром. О, смотри, там, ты видел Ray-Ban'ы по 86? Где они? Ой, офигеть, а, это Carrera за 60, а 69 евро? Вот это мне нравится. В Домодедово, я в Домодедово вот такого плана Carrera смотрела, они стоили там 100 с чем-то евро. А Carrera это типа нормальная, да? А, ну, еще вот эти вот дизайн, смотри, прикольно. Необычно. Ну да, вон там этот, здесь я хотела посмотреть Ray-Ban. Но они Junior, по-моему. Ray-Ban Junior, да, 86 евро. Вот такие вот Ray-Ban'ы я хотела, мне нравились. Да, тоже мне. Wings. А ты не снимешь их, они закрыты. Это надо продавца звать. Ну, в принципе, 160 евро, да. 170 евро, 160. А вот уже прикольные Ray-Ban'ы, 205 евро. А, избавиться от слов короче и так, потому что у меня постоянно и так, короче, короче, и так. Смотрите, и так скажем. И так скажем, короче, да. Да. Смотрите, в Внуково есть такая точка, называется Relax Point. Вот так вот они выглядят. Как это, в Японии они. Это такие, скажем так, как их называют, ну, отсеки, где вы можете отдохнуть, поспать. Там есть сейф. Вот так вот он выглядит, отсек, то есть вы можете туда залезть. Сейф, ладно, там его самая главная фишка, насыщенный кислород туда подается, чтобы быстрее человек расслабился, уснул и отдохнул. Да, то есть, скорее всего, это так и есть. Вот. Соответственно, вот такие вот, вот так вот они выглядят, эти точки релакса. И стоят они... капсуль, а, капсульный отель, вот как называется, 1 час 350 рублей. Недорого. В принципе, недорого за час. Хорошо, что здесь нет фиксированной таксы, то есть, потому что бывает иногда, что, допустим, там минималка, допустим, бывает там 3 часа, и то есть ты не можешь взять там сейчас отдохнуть, а ты должен взять 3 часа там за 1500, а здесь ты можешь сколько тебе нужно, столько, в принципе, и взять, вот, сколько хочешь, столько и спать. Поэтому прикольная такая штука, я не знаю, в Домодедово я не видела такого, может быть, просто я не увидела. Нет, там были зоны для отдыха, ну, там отдельно, прям как, ну, грубо говоря, отдельная, как ее называть-то, отдельная комната была. Вот сейчас зашли в Duty Free, купить водички и... Или бухлишко. Нет, водички. Или бухлишко. Зашли в Duty Free, купить водички. Или бухлишко. Вот, тут всякие шапки, ушанки продаются. Розовые, любой расцветки. Сколько они стоят? Цена здесь не написана. А шапки? А, 19 евро. 19 евро шапулька стоит. Так, нам нужно найти воды. Джеймсон стоит 28 евро. Джеймсон какой-то вот такой вот стоит 46, 35. Это кому интересно цены. Чивос. О, Чивос все 58 евро по акции. О, 15 евро какой-то скотч. Прикольно. Виски. Виски за 15 евро. Вон, пока человек не увидел эти виски за 15 евро, надо отсюда валить. Так, что еще у нас тут по алкоголю? Ну, тот же самый Джеймсон. Вот. Такие вот цены. Ну, вот. Та бутылочка за 15 евро будет не давать нам покоя. Блин, слушайте, мне... Я вот, как обычно, я перед этой поездкой я тоже заболела. Мне назначили антибиотики, курс. Соответственно, часть курса я пропила дома, когда была, а часть курса мне осталось пропить на отдыхе. И я не могу пить спиртное, когда я принимаю антибиотики, потому что я не хочу, чтобы произошел рецидив, диверсия и так далее. И поэтому, короче, отдых у меня начинается как бы не так весело, как мог. Что может подумать? Бакарди.
Ну вот 16 евро, мартини 14 евро. Вот чтобы я себе мартини взяла. А я бальмеку взял. А вот мартини 12 евро. Хотя 12 евро это дорого на самом деле, потому что из Греции, когда мы вылетали, мартини 8 евро стоило. Капитан Морган обычно стоит тот 18 евро. А тут был сколько, ты говоришь, сколько стоил? Ну, а тот был 25 евро или 23. Вот видишь, здесь 18. Вот. Но это обычный. А. Это просто темный ром. Тоже. Spicy. А тот был эксклюзивный, да. Бакарди мохито, Бакарди с лимоном, Бакарди. Даже Бакарди с малинкой есть. То есть, короче, что хотите, любой Бакарди на ваш выбор. Обзор алкоголя я показала для вас, чтобы вы могли посмотреть. Вот, смотрите, Мандора, Мандора, Баттега Голд, Баттега Роуз Голд. Короче, что хотите. Сейчас, короче, пока сидим, ждем тут нашей посадки. Посадки, да. Ну, посадки ждем. Вот. Прилетел самолет авиакомпании России, на которой мы летим в Анталию. Тигролет у них называется. У них такой огромный тигр нарисован на носу самолета. Но, к сожалению, они его уже куда-то отогнали, поэтому хотела вам показать. Короче, прошли во Внуково к 30-му выходу. Ну, туда, в угол, вглубь. И нашли тут только маленький магазинчик Duty Free. Здесь тоже продаются очки. И, в принципе, здесь очки вот 60 евро, 70 евро, 55 евро. То есть такие достаточно, ну, как бы они здесь Polaroid. Вот, есть Carrera, тоже 69 евро, 149, 139 евро. То есть, в принципе, здесь очки, может быть, подешевле. Вот Ray-Ban'ы тоже. Но Ray-Ban'ы также 161, 198. 151, 130. А вот есть Ray-Ban по акции за 108 евро. Но это вот такие а-ля деревянные. Мне не очень нравится. Вот. Дальше здесь украшения. Часы. Так, держать. Отличная прогулка. Часы похвалили меня за то, что я молодец. Хорошо, быстро хожу. Вот. Так что сейчас пойдем погуляем еще там. Уже кто-то хочет спать. Но ничего, мы продержимся до самолета, а там поспим. Да это после еды разварило. Разварило. Последняя пироженка, да? Размотала. Ну просто в самолете все равно будет делать нечего 3,5 часа, поэтому, мне кажется, самолет самое идеальное место, где можно прилечь и поспать. Тем более мы взяли места у аварийных выходов, у нас будет куча места впереди и как бы прекрасная возможность вытянуться и задрыхнуть. Так что через час, короче, у нас посадка, поэтому мы пока пробежимся еще в тот конец аэропорта, мы туда еще не дошли. Вот, и посмотрим, что же там, что там Duty Free. Но на самом деле я вам скажу так, свой опыт, что за границей Duty Free зачастую, ну как бы, не всегда, но бывает дешевле. Потому что у нас, например, мы ходим очень мало каких-то акций, скидок, еще чего-то. То есть товары стоят как бы их полную стоимость. И практически такую же, как и в магазинах. Поэтому вот здесь вот находится на втором этаже. Вот там вот Priority Pass. Так что у кого есть карточка Priority Pass, либо те, кто, у кого есть билеты в бизнес-класс, можете подняться туда. Можно сесть что-нибудь за 5 евро. Так, ну здесь то же самое. Мартини за 14, Бакарди 16. Все те же самые акции. Вот. Такса какая-то. Бренди, это бренди 11 евро. 11 евро бренди стоит. Коньячок 16 евро. Водочка 11. О, смотри, какая. За 50 евро. Вот это абсолют за 75. Делаем вывод, что абсолют лучше. Ну, по крайней мере, по цене. Да,
датчане хоть откуда вы? Данская водка. Данская водка тут тоже есть, если кому интересно. Так, а вон там вот духи. Ну, здесь, соответственно, всякие такие штучки. Киндеры и прочее. Так, вот женский. Мужской рай мы прошли. Теперь женский. Всякие жадорчики, диорчики. Жадорчика, диорчика. Так что клиник. Клиник Хэппи, туалетная вода 41 евро. Одеколон, спрей 39 евро. Задорчика, дерчика. Так. Тиффани. О, и Сэмяки. Я когда-то, кстати, во времена своей юности работала на этом бренде. Была представителем этого бренда. Вот. Так, ни на что не намекаю, просто говорю. Ну, здесь... О, какие прикольные Прада. Такие необычные. Так, а здесь, интересно, есть этот Moschino Toy? Что-то девочки брызнули, так прикольно запахло. Нина Рич, наверное. О, раньше любил этот Марк Джакобс. Дейзис. Дейзи. Ну, короче, как у меня по карабану. У тебя по карабану? И... Да, но у нас нет такого аромата. Здесь у нас только вот эти вот. Здесь женские. Нет, это мужские, но у нас нету такого, как я купила тебе. Ну, короче, я бы не сказала. Вот, смотрите, там 63 евро, 46 евро кензо. Какие-то необычные. Парфюмерная вода. Ну, парфюмерная вода — это не туалетная вода, она держаться будет гораздо дольше. Вот, но и стоит она гораздо больше. Монблан Legend. Вот это нам понравилось. Туалетная. Монблер. Монблан, да. Вот этот, который. Ну, это большой, я так понимаю, а этот маленький. Это просто, я думаю, может быть, в Турции будет подешевле, он какой-нибудь по акции, потому что здесь за 38 евро он стоит. Этот прикольный, очень мужской аромат такой. А, вот смотрите, там какие-то скидки до 40%. Так, что же здесь за супер сейл? Он здесь какой-то супер сейл, он Emporio Armani. Что здесь такое? Вот из Семяки, Dolce & Gabbana за 40 евро. Ну, не сказать бы, что это супер сейл прям. Супер мега акция, да. Вот за 20 евро была супер мега акция это. Вот здесь дошли до этого фонтана. Кстати, очень прикольные. Прикольные фонтанчики здесь. Надо будет сейчас зафоткаться. Дошли мы до самого конца Лукула, и здесь все вот так вот. Какой-то ремонт. Второй этаж, ну, там бизнес-зал, по-моему, на втором этаже. Вот. И проход куда-то вот туда вот. Сейчас мы попробуем туда пройти. Да, блин, ты заколебал все время разговаривать. Я говорю, и она говорит, я говорю, и она говорит. Постоянно меня перебивает. Вот. Так что здесь тоже, наверное, конец, здесь уже ничего нету. Вот какой-то Russian House есть, это Duty Free, где продают матрешки и всякую атрибутику. Типа матрешка, водка и шапка, ушанка, балалайка, да. А вот в этом, кстати, вот в этой крошке картошки мы ели, когда наш рейс задержали, ну, не в прошлый раз, а пару лет назад. Когда нам дали купон на 500 рублей. Мы пришли здесь и отоварились. Ну, на двоих, да, нам по 500 рублей, косарь на двоих получился, и мы тут посидели, поели. А что еще туда стояли? Ну, ближайшие пошли. Там же, по-моему, было несколько, по-моему, там не любой ресторан можно было, а несколько на выбор. То есть можно было там, типа, пивнушку или какая-то вот эта вот Хайнекен ресторан, крошка картошка и еще какой-то ресторан. То есть там, типа, 3-4 ресторана. Поэтому все ломанулись сразу туда. А мы пошли дальше искать. Но тут тоже, кстати, не меньше очередь была. Здесь валом было народу. Поэтому вот так вот. Ну вот, летели мы в Турцию. Прошли все паспортные контроли, получили багаж. И зашли в Duty Free в Турции, который тут по прилету. Кстати, он дешевле, чем наш московский во Внуково. Вы имеете в виду. А вот здесь сейчас закрылись, хотел сказать, маршрутку.
первый наш.